Приветствую всех на канале Smartbox. Сегодня у нас очередная распаковочка. Передо мной лежит вот такая вот большая посылка. Очень мягкая. И в ней находится толстовка. И, кстати, очень прикольная толстовка. Давайте откроем. И я вам все покажу. Аккуратненько отрезаем, чтобы внутри ничего случайно не повредить. И достаем нашу вещичку. Вот такое что-то черное находится внутри. Подождите, и вы все увидите. Открываем пакетик. И вот перед нами вот такая вот черная толстовка с символикой 21 Pilots. Прикольная такая, большая, мягкая. Сейчас поближе взгляну на символику, как она отпечатана. Ну, кстати, печать очень хорошая. И с ней явно ничего не случится. Так, внутри там что-то находится, скорее всего, ярлычок. Сейчас мы на него взглянем. Давайте его выберем и посмотрим, что у нас там внутри. Хорошо ли все сделано. Толстовка, кстати, очень теплая. Прям такой шерстяной материал внутри. Ну, прошито все, в принципе, вообще идеально. Материал 70% хлопок и 30% полиэстер. Вот такая прикольная, даже можно с этой стороны носить. Ладно, выворачиваем ее обратно. В нижней части толстовки пошит вот такой вот кармашек, кенгурятник. Вот такая вот толстовочка с капюшончиком. На капюшончике ярлычок фирмы-изготовителя. Спереди логотип. Сзади чистый черный фон. Я думаю, кто в теме, тот поймет. Всем фанатам этой группы, я думаю, эта вещичка будет очень интересна. Ну, на этом, пожалуй, закончу свой небольшой обзорчик. Всем, кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Ссылка на эту толстовку будет в описании. До новых встреч!